акция «День памяти и скорби» на Щелковской земле началась с выступления заместителя главы администрации городского округа Щелково Юрия Родионова. На встрече собрались ветераны войны, участники боевых действий и труженики тыла. Для каждого война началась по-разному. И каждый ветеран, который находится в этом зале, и кто здесь не присутствует, может вспомнить и рассказать, как для него началась война. А мы, потомки, можем только из документальных фильмов и из рассказов наших дорогих ветеранов понимать, как это было страшно. Акция проводится уже второй год подряд в рамках тематической площадки «Демография», которую организовал Общенародный Российский фронт совместно с благотворительным фондом «Рождественская звезда». Воевал я, что сделал бы я 175 боевых вылетов. Во время войны все, как говорится, летали, бомбили, стреляли по 3 раза в день. Когда была непогода, мы сидели, потому что были земляные аэродромы. Когда была хорошая погода, и мы летали по 3 раза в день. Я на фронте не плакал, а сейчас часто плачу. Вспоминаю, как мне и вам всем трудно было и в войну, и после войны. Чтобы помнили, что была война, и что от нее только неприятности. В конце мероприятия ученики школ нашего округа рассказали на сцене о своих прадедах, которые воевали в Великую Отечественную. Марине Андрей Григорьевич ушел на фронт и погиб в 1942 году. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».